Добрый вечер, дорогие мои друзья! Сегодня 16 августа 2023 года. Солнышко садится. Я в Кучугурах еще. Работа в самом разгаре. Смотрите, какой закат. Как солнышко садится красиво. Вот. И у меня праздник. Я второй день собираю. Вчера было 80 ящиков, а сегодня 83. Я решила себя побаловать царским ужином. Вот такая красота у меня здесь. Это грибы. Смотрится, как будто мясо. Вот. Это первый мой опыт приготовления на углях. Вот они. Маловато их. Но я варила компот. Вот теперь вот так вот поддаю жар. Мне кажется, они уже готовы. Вот. Кастрюлька компота традиционная. Завтра днем мы его будем употреблять в саду. Вскипел, вот сейчас настаивается. Здесь чай из горных трав крымских. Вот, прекрасная музыка, обстановка. Комаров пока не очень много. Так что у меня сегодня праздничный ужин. Я надеюсь, что теперь уже меньше 80 не буду собирать. Но тяжело, хочу сказать. Реально тяжело. Ну, работать всегда тяжело, если работать в полную силу. Всем хорошего вечера!